Мы обычная семья. Бросили все и улетели жить. Добро пожаловать в наши будни. Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на нашем семейном канале. Меня зовут Марьяна. Сегодня мы с вами будем готовить потрясающее блюдо. Одно из наших самых любимых называется паттай. Мы много-много раз смотрели, как его готовят в Таиланде. Мы очень много разных вариантов пробовали, ведь тайцы готовят совершенно по-разному. Но обычно люди выбирают ту кафешку, в которой нравится больше всего, как готовят. В принципе, обычные ингредиенты всегда одни и те же, но иногда некоторые отличаются. Эту рисовую лапшу я купила в Меркадоне, но также она продается в Консуме. Значит, все эти ингредиенты, кроме этого, я купила в Меркадоне и Консуме. Итак, сейчас мы будем готовить паттай. В данную секунду вы видите все, что нам понадобится. Рисовая лапша, устричный соус, рыбного соуса у меня, к сожалению, нету. Ростки сои. Сои нужно только прям ошпарить одну секунду. Особо не нужно готовить. Стручковая фасоль свежая. И креветки. Само собой, лук, помидорчики и шампиньоны. Шампиньоны очень часто заменяют вешенками. И чаще в Таиланде можно встретить, что готовят именно с вешенками, а не с шампиньонами. Большая часть, если честно, вот просто в Меркадоне очень сложно найти свежие стручки. Поэтому в Консуме они бывают чаще. Но в Меркадоне, например, это мы не будем добавлять паттай, но все же покажу. Вот есть салат чука, который там стоит буквально евро 25 или евро 50 за 200 грамм. И, в принципе, там есть другая азиатская еда, которую я очень люблю. Ну что, давайте начнем готовить. Сейчас я буду приготавливать все ингредиенты.
Спасибо большое, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Мы очень ждем ваших комментариев. Нам интересно, понравилось ли вам это блюдо. Да, единственное, конечно, очень сложно приготовить что-то подобное, если никогда не пробовал. Это факт. Потому что нужно добавлять очень-очень много соуса, а его все-таки добавляешь на вкус, как именно нравится тебе. Мы любим, когда соуса побольше, чтобы цвет макарон даже изменил свой цвет. Как-то так? Да. Ладно. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы ждем ваших комментариев. До новых встреч. Пока-пока.